Дмитрий Одаряков на прошлом эфире успел стать лидером проекта. Сможет ли он сегодня победить? Ведь ему нужно будет исполнить один из самых быстрых и сложных танцев в мире. Грузинский рачулли. Евгений Папулашвили, я уже вижу, как он ждет этого танца. Итак, встречаем. Дмитрий Одаряков и Лидия Шестопал. Сам хип-хоп ни разу не танцевал. Когда мне выставляли оценки, я так с репетом жал кулаки и смотрел все-таки, что в итоге получается. Общая сумма баллов 25. Счастлив. 25 балів разом із 9 скинутими кілограмами вивели Дмитра в абсолютні лідери першого ефіру. У мене з усіма склалися нормальні стосунки, тому, достигнув результату, как бы мне, звісно, мене всі поздравили, вот, сказали: «Дим, ти молодець, ти справився». Утім, найбільшою перемогою для чоловіка стало те, що його старша донька наступного дня після ефіру записалася на танці. Альонушка, привіт, дорога моя. Вы дома? Мы дома, Славик, а Настя на танцах уже. Настюша видел, что похудела, кстати, я и забыл сказать об этом. Как Ладушка? Хочет худеть? Да, Владик чуть приболел, у нас дома сидит сейчас. Привет, мама. Привет, котеночек мой. Как твои дела, солнышко? Нормально. Ты кушаешь там хорошо, не переедаешь? Конфеты не ешь много? Нет. Слушай, я люблю, папа. Я тебя тоже люблю, кися мой. Удачи тебе. Давай, пока, пока. Щоб діти й далі продовжували надихатися прикладом батька, Дмитро готовий працювати ще більше. Я бачу, Діма горить весь, він паше, він працює над собою, він робить просто невозможне. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два. Уже нужно держать марку. Що, ще треба мінус 9 ще раз, да, повторити? Мінус 9 кілограм. Она этого добивается просто. Минус 10. Спешу, да. Да мне просто да. Ой. Нужно сделать этот номер не на 100%, а на 110%. С каждым разом повышая для себя уровень. И раз, и два, и три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. При таком весе нельзя заделать такие упражнения, наверное, противопоказано. Ну, подкапает, значит, эффект есть. Я сделал его максимально сильно, максимально ярко для того, чтобы подтвердить первую победу. Это
великолепно! Я сама еле устояла, что вот Евгений Популич, я так и знала, что так и будет! Евгений, а это правда, кстати, что когда грузины слышат такую музыку, они не могут усидеть на месте? Правда, про грузинов все правда. Все. Я вообще считаю, что Дмитрий теперь не Адырюков, а Адырюковишвили. Теперь вы будете, Дмитрий, после этого танца. Я могу продолжать? Мы ждем, конечно. Уф, молодец! Молодец! Какой, а? Как он прям... Молодец! Это же так сложно. Это, правда, один из самых сложных танцев. И это уже серьезно, да? И то количество... Вот с таким состоянием вы сделали. Причем не вся лезгинка, не все грузинские танцы танцуются с таким, знаете, очень серьезным выражением лица. Это как раз танец, когда заигрывают партнеры, когда вот такая происходит игра. Но то, что вы делали внизу ногами, насколько это было... И сложно, но вы справились. Молодец. Я очень рад за вас. Вот это здорово. Руслана, это, конечно, был не украинский, все-таки грузинский танец. Как вам? Я прослезилась. Видите, у меня просто потечет сейчас тушь. Ну что ж такое? Дело в том, что у меня такое ощущение, что я побывала на грузинской свадьбе, или на каком-то дне рождения грузинском. Я никогда не была в Грузии, но сегодня я в ней уже была. И, ну, я уже молчу о том, что партнером по жюри является Евгений. Да. Тот самый. Тот самый. Швили. Швили, да. Попу зашили. Эмоциональная составляющая танца меня поразила. Прямо, вы знаете, ранила глубоко в сердце. Но мне показалось, Дима, что иногда вы как будто бы еле-еле удержались. Это такие движения, Руслан. Это такие движения. Это когда... Евгений. Это когда вот идут так ноги специально. Это все специально. Все правильно. Все было продумано. Но тем не менее, мне почему-то показалось, что иногда Дима настолько из него эта эмоция выходило, что он еле удерживал равновесие. И мне даже казалось, что это танец человека, который давит виноград для того, чтобы сделать вино. Так, вы не были никогда в Грузии, вы не знаете, так и должно было быть. Но, по крайней мере, я увидела эмоцию, я ее почувствовала, и это самое главное. Ну, немножко не хватило заземления. Немножко заземления не хватило, пока вы еще не можете распределить полностью энергетику сверху до низу. Да хватит, вас... а! Слушай, Андрей, откуда вы знаете? Ради бога, все, прости. спасибо. Мы услышали, что видите, как переполняет эмоции. Хватит слов все-таки, давайте перейдем к оценкам. Итак, ваши оценки, Евгений. 9 баллов. Руслана. Рука не поднимается, поставить ниже. Работает? Да! 9 баллов! Ну, Андрис, 9 баллов! 27 баллов сегодня заработал Дмитрий. Сегодня у нас не было еще такой оценки на нашем шоу. Я поздравляю вас. Кстати, я хочу сказать, что в доме, где живут наши участники, нету весов. Поэтому, насколько они похудели за неделю, они узнают только здесь, в нашей студии. Дмитрий, я когда в прошлый раз вас спросила ваш прогноз на взвешивание, вы сказали, ну, похудел, наверное, на 5 кг, а похудели на 9. Давайте включим Вангу сегодня и ваш прогноз на сегодня. 7-8, но 4,5 тоже хорошо. Тоже хорошо. Давайте не будем гадать. Удачи вам на взвешивании. Спасибо вам, ребята.